Здравствуйте, друзья. Вчера, хоть и праздник был, но на нашем драйвее появилась вот эта, ну, как сказать, груда, кипа, пачка, не знаю. Ну, так она организованная, так свалкой не назовешь. Значит, всяких пиломатериалов. Вот, смотрите, как и фанерка, вот и дерево. Это вот то, что справа, это такой синтетический такой материал для несущих балок. Да, я раньше встречал. Вот, так что все это пойдет сейчас в ход. Пойдем посмотрим на стройку. Вот вы видите, как это происходит. Они так вот подтаскивают фанерку, таким молотком долбают, чтобы плотненько легла. Вот, выравнивают. И там этой фанерки тоже, видите, она уже несколько дней там лежит. Вот там фанерка. Сегодня часть досок они вот сюда перенесли, я вижу. Их там раньше не было. В общем, начинается такая работа по закрытию поверхности. Вот тут видно, как закреплены вертикальные эти доски. И как они прикрепили к этим шпалам, которые там лежат. Hay más que eso. Y hay unos delgaditos, son como ocho.